Всем привет, ребят! Сегодня в этом коротком видео я расскажу, сколько мне обходится покупка недвижимости в Соединенных Штатах Америки. Я приобрел недвижимость 2 года назад за 285 тысяч долларов. Мне было необходимо внести 20% down payment. И мой платеж составил в месяц за квартиру 1150 долларов в месяц. Но вдобавок к этим расходам входит 400 долларов дополнительно. Это HOA. Это стоимость обслуживания территории, уборка, обслуживание спортзала, бассейна, огороженная территория, уборка мусора. Также в эту стоимость входит оплата воды. Также я плачу дополнительно 250 долларов за свет и газ в месяц. В эти 1150 долларов, которые я плачу за непосредственно за квартиру, входит 411 долларов – это долг, который идет в оплату того, что я остался должен банку. 533 доллара из них – это интерес банка, процент. 206 долларов – это страховка и налог на недвижимость. Квартира была куплена под 2,99 годовых на 30 лет. Ну так, стоит оно того или нет, пишите в вашем комментарии. Или лучше снимать. Квартира трехбедрумная.